В Челябинске прошел первый инклюзивный бочи-фест. Правила несложные, надо закатить мяч так, чтобы он оказался как можно ближе к белому шару. Попробовали себя в новом виде спорта почти 100 спортсменов со всей области. Детям так понравилось, они у нас очень любят эту игру. Мы пробовали и на полу, и пробовали, естественно, на коляске. Ребенку удобно. Изначально бочи – паралимпийский вид спорта, но сейчас играют уже не только особенные спортсмены. Южному Уралу активность особенно приглянулась. В ноябре сборная Челябинской области выступит на всероссийских соревнованиях по бочи.